Хей, йоу, гей, с вами Шумики, и мы продолжаем проводить игру по назад The Binding of Isaac Attributes Plus. Мы в прошлой серии получили с вами негатив, и поэтому у нас как бы вариант такой. Либо Айзек, либо Азазель. Ну, понятное дело, мы идем на Азазельке. Это ж мой любимый персонаж. Вы о чем? Ой, неужели нам повезло? Повезло? Нам повезло? Нет. Нам желательно бы норм предмет найти. Пожалуйста. А, подождите, у меня ж фул есть. А, фул это ж возвращение, точняк. Там. Кирка для даунов. Так, тихо, рерол. Тупим немножко. Вот за изика я теперь могу просто заходить и реролить предметы, а здесь хер зареролишь. Ну что это? Не повезло. Не повезло, и очень что-то как-то редко стали мне попадаться комнаты. Тихо. Так, Чабби. Чабби это такой себе, потому что он почти вообще не дамажит. Так, с моей же оно, кажется, не работает. Предмет только для слез. Паразит на меня... Давайте. Окей. Сейчас вспомним еще как... Блин, вот это что, тело, конечно? Хер знает где. Не очень легко. Нужно, короче, атаковать. Ох, тихо. Капульки. Нужно в первую очередь за телом смотреть. Класс. Класс, 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 класс. Не, еще будет прикольный персонаж, за которого я буду играть, это... Потерянный. Не, погнали дальше зачистим. Мне это не нравится. Мне это не нравится, потому что у меня, во-первых, минус 1 хп. Мне нужен... Еще хп. Вот, допустим. Повезет? Повезло. А бомб нету. Бомб нету. Сори. Лучше бы просто обычную бомбу дал мне. Мне обычная бомба нужна, чтобы взорвать там этот камень, под которым, скорее всего, будет сундук. О, бля. Что-то ты, челик, зачастил на самом деле. Рука. Полхилап, когда нету хп. Держу в курсе. Так. Ну здесь нормально. Сейчас голова вперед выйдет.
Конечно, ничего мне не дали, но как-то так. Чем я его убил? Вот просто вопрос, чем я его там убил? Неужели моя голова тоже наносит урон? Вниз пойдем. О, у меня бомба есть. Да. О, еще бомба. Один предмет пов... Ну, это как я вам говорил, что бывает повезет, бывает не повезет. В моем случае мне вначале только повезло. В дальнейшем что-то мне не везет. Так, батарейка. Ну, хотя бы что-то. То, что ко мне пикапы притягиваются, ну, смысл от этого. Смысл того, что ко мне притягиваются пикапы, если могу их подобрать, так как у меня есть полет. Бля. Изи про еп. Изи про еп. Еп-еп. Ладно, хотя бы скорость атаки дали. Я не буду делать сделку, я же сдохну. Если бы у меня хотя бы красное сердце было. Чего нету. Увы. Целинник. Короче, эти стреляют. Черви-создаватели. Блин, нужно будет, знаете, что заснять? Этого. Лего, ну вы ж вышли. Бля. Ну и скажите, мне вот это везет с вещами, хотите сказать? Засать, мрази. Где мой динамит? Нахуя? Просто спрашивается, нахуя? Блять, минус ключ. Минус ключ, минус жизнь. Минус ключ, минус жизнь. Взрывная пизда. Я, конечно, извиняюсь, но у меня уже лол хп. Хороших камней у меня еще не было в забеге, да? Интересно, хотя бы они будут? Ты говоришь, у тебя нету сердец. Ну вот и у нас сердце. Предлагайте мне взять дерьмо взамен на хороший предмет. Не, босса, конечно, я убью, но все же. Блин. Червь. Один издевайтесь.
книга, вот единственное, для чего нам нужно убивать вот таких тварей. И все. Шипастая. Это плюс еще Excel. Блять. Хуйня на хуйне. И того, что у нас выходит. Два предмета у нас выходит. Или нет? Это что у нас сейчас? Каф XSL. Три предмета хуёвых из золотухи. Два хуёвых предмета из босса. Охуеть. Хотел я... Ты хотел дамаг? Вот тебе дамаг. Это знаете, когда, блядь, тебя решили разрабы, блядь, наебать? Ты рулишь, чтобы получить дамаг вначале? Ну, блядь, получить дамаг вначале и потом соси хуй до конца игры. Просто если там сейчас не хп ап или не Ball of Steel, идите нахуй. Спасибо, мои молитвы были услышаны. Я не... Я у мамы... Вау-вау-вау. Пикаперы. Вот снова, я смотрю чисто за головой. И я за это поплачусь. А, хотя бы я живу. И то радует. Хотя бы я живу. Сейчас посмотрим, как у меня здесь будет дерьмо падать. Ну, вы понимаете, да? Коробка. Judgment. Judgment. Просто пиздец. Ну, идемте. Это вы уже дали мне и решили, типа, у него уже пол хп, нужно ему дать в конце, чтоб он сдох там, да, и все такое. Ну, бать, хотя бы восполнили меня. Ребята, игра продолжается, ебать. Так, тихо, а были у нас батарейки? Сейчас хороший вариант, потому что мне... Хороший предмет. Вот этих тварей можно наебывать легко и просто. На самом-то деле. Где я, где тело? Так, ключик, все, можно уходить, потому что больше здесь ничего мы не найдем. 15 дамага. Но это с короны. Но это с короны. Ух, сложно. Сложно, сложно, сложно. Ладно, погнали. Ну, пока что на самом деле идеально. Мне восполнили хп очень жестко. Чтоб я уже... А, мне дали амнезию, да, на уровень? Ладно. Окей.
Окей. Мне еще в магазин нужно найти. О, я еще плюс телом ломаю эти объекты. Сосать. До свидания и сосать. Бочка мед. Так, наверх. Выше. Вверх. Таблетки, таблетки. Отлично. Просто... А, точно. Пытаюсь головой забрать предметы. Лемон пати. Отлично. Так, наверху я видел проход. Да, нет. Нет. Жизнь показалась. Жизнь показалась вниз. Так, это на что? Некрополис 1. Еще золотую комнату мне нужно найти и найти магазин. Болтай магазин. Так, пополняемся до конца. Так, хорошо, одно мы нашли. Мы нашли магаз. Короче, пополню автомат. Зайди. Класс. Хорошо. Get hit. Пакет. Ничего не возьму. Золотую комнату мы еще не нашли. Отправляемся за золотой комнатой. Да, золотой комнаты еще не было. Ай. Ты. А ну погнали. В принципе, можно. Просто великолепно. Два предмета получили. И хороших. Ай. Так, у нас там еще есть мини D6. Так, стоять, что-то я запутался. Где золотая комната? А, точно, это ж у нас не этот. Так, стоять. Здесь я был. Здесь я был. Тогда где чертова комната?
Я не вижу золотой комнаты, ребят. С боссом вижу. Магазин вижу. А с боссом не вижу. Так, ну, бля. Это же что-то... херово. А ну, здесь я был. А как так комната без золотой? Где золотая комната? Походу, на этаже не то золотой комнаты. А, нет, есть, наконец-то. Фига себе. Я уже подумал, пиздец. Возьмем молоком. Будет замедлять врагов быстрых. Так, а что у нас? А, у нас все равно выполнен этот квест на Рашбошс. Теперь попытайся еще найти проход. Ну, погнали. Давай, камикадзе, хуярь. А не. Он мне дал эффект этого. Гвоздя. Ладно. Вариант. Хотя эта орбиталка, в принципе, тоже нормальная. Хороший урон. Плюс закрывает вражеские снаряды. Отбивает, закрывает, спасает от них. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Фай. Так. В принципе, считайте, у нас с вами 3 хпшки есть. Так, свинья копилка, да? А, у нас рукав. Fight floor map. А, это амнезия, чё вы мне... Там. Ну, ладно. Всё равно мне уже деньги некуда девать. Ау. Так, поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Раку. Так. Давай.
Готово. Вот почему вот он меня атаковал. Золотой комнаты еще не было. На босса я еще успею телепортнуться. Да дайте зайти пройти. А тупые мошки. Как вы задолбали. Призраки эти еще. Где босс? Где золотая комната? One too small, это хорошо. Что здесь у нас? Комната халява. Еще одна муха. Не хочу. Куда пойдем? Давайте пойдем этого младенца убивать, я думаю. Так, рай. В принципе, мне дерьмо предлагают. Но, спасибо. Придется отказаться. О, у меня этот. Младенец. Ну это, бля. Першок капает, видите? Вместо головы. Кокон. На голове у меня кокон. Дабл мани. Дабл мани. Ключи. Так, может карту прожать? Не знаю, вот. Стоит ли? Просто я не помню, сколько у меня сердец было, когда я заходил сюда. Ау. Немножко не на ту нажал. Ладно, погнали. Еще туда сходим. Хорошо, так. Погнали на следующий этаж. Сейчас мы с вами заюзаем. Ага, мне снова не показывают, сколько у меня хп. Значит, мы с вами ничего не заюзаем. В принципе, мертвая кошка. Блин.
А, мне еще плюс на сделку отправили. Так, 9 жизней. Да, мне дали шлюшку. 20 урон, 26 дамага. Ништяк. You're dead. Активку буду прожимать, потому что я не знаю, сколько у меня там сердечек. Ой, блин, эти плевающие. Ниже. Ниже. Девил. Туалетка. Право-лево, влево. Не угадал. Право. Нужно было идти вправо, не угадал. Ниже. Да убей, убей. Рука мне не нужна. Рука — это фигня. Главное, чтобы он мне не... чтобы он не бомбу дал сразу. Сердце. Блять, я головой ему даю. Хера себе. Жалко, что, что у нас уже магазинов не будет. Так, ну погнали тогда в эту сторону. Ай. Ой-ой-ой, зря я вот это пошел рашить именно так. Я же забыл, что тут некоторые у нас взрывные ящики. Ай. Ай-яй-яй. The lovers. О, я фул хп. Потрясающе. Сначала в адскую комнату зайдем. Можно на Хаша пойти, но мне урона не хватит. Но мы брали на ангела, поэтому мы идем на ангела. Логично. Так, у меня ж точно, у меня ж этот кристалл. Я думаю, что у меня там Гоцу тоже пиздец как. На фул хп. Блин, хотя на Хаша можно было пойти, но блин, у меня радиус атаки не такой большой, плюс... не очень удобное использование атаки. Это такое, чтобы, конечно, приобренить оборонить. Насчет этого. Так, вниз. Лаймики. И...
Something's wrong. Я это сделал специально. Зачем? Чтобы получить эту штучку вот эту. Как она называется? Шлюшку. Глаз. Так, а в какой у нас там в комнате было дохерища камней? Наверх, да? Лево, наверх и хаглаз. И ничего. И ничего. Только я отхилился. Плохо, 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 плохо. Так, готово. Идем в сундук. Ключи у меня ж есть, да? Сундучок. А, на сатану я не могу попасть еще. Поехали. Раз, два, три. Ну такое. Не-не-не-не-не-не. Ха. Ха. Я, знаете, могу просто во врага идти, да и все. Он будет самоуничтожаться. И враг будет просто самоуничтожаться. Я не знаю, зачем я закоцался, но пускай. Минус. Ключик. Как будем заходить на босса, я заюзу, если что, этот. И карту, и таблетки. Сундук дайте. А, меня задаможил паучок, я понял. Прикольно. Миниатюрные враги. Сундук. Мне нужен сундук. Там секретки не было. Ладно, попортил себе. Дамаг еще немного. Так, поехали. Уи!
Уи! Уи! Готово. На самом деле тут предмет, ой, там нихера 5 достижений. Ультра хард. Эксворд, что-то там-то-там. И один охерительный предмет дали, который забирает все красные сердца, которые у нас есть, но дает 6 черных. The end. Новая концовочка у нас. У нас новая концовочка. Хорошо. Абадон. Охерительная вещь. Перо тоже охерительная вещь. Челлендж прикольный. Не помню. Не помню. Перо. Имбовое на любой стадии игры. Даже до самого финала. И это имба, потому что там очень максимальный дамаг. И Абадон, ну такое, Абадон на самом деле специфическое, допустим, для Азазеля это тоже хороший предмет. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.